За неделю до официальной премьеры в Мурманске состоится показ фильма «Туман», снятого в Кольском Заполярье. В российский прокат выходит лента «Туман» – первый полнометражный художественный фильм документалиста Натальи Гугуевой, съемки которого проходили в Мурманске и Териберке. Картина получила финансовую поддержку правительства региона. За неделю до старта российского проката, 3 апреля, в Заполярье состоится предпремьерный показ. После просмотра зрители смогут пообщаться с творческой командой во главе с режиссером. Фестивальный путь фильма начался в апреле прошлого года на Московском международном кинофестивале. А на сегодняшний день «Туман» уже получил 24 награды. Например, картина заслужила приз гильдии киноведов и кинокритиков, а также представляла Мурманскую область на выставке «Форуме Россия» на ВДНХ в рамках Дней региона. Режиссер, сценарист и продюсер «Тумана» Наталья Гугуева не раз бывала в Мурманской области. Она снимала ленту «Форсаж» о летчиках палубной авиации Северного флота и была участницей первого локейшн-тура для деятелей индустрии кино. «Туман» — это история любви, ненависти, вины и прощения между самыми близкими людьми. Природа, по задумке автора, один из персонажей фильма. На острове, вдали от всех коммуникаций, герой фильма глубоко погружается в свой внутренний мир, пытаясь понять и разрешить свои самые важные и мучительные проблемы жизни.